И сказал он, «Не должны ли мы использовать силу эту, как враги наши использовали ее против нас? Не распилить ли нам их дикие леса на брусы наши и доски? Не укротить ли нам бушующие их потоки, дабы несли они наши лодки?» И в юности своей, и в глупости братья его отвечали, «Да, стоит». Записки кузнеца в изгнании. С талисманами я способен разрушить защиту собора. Настало время заполучить глаз и отнести его Константину. В прошлый раз, когда я был здесь, глаз находился внутри, на виду, на главном алтаре. Мне нужно только схватить его и побыстрее смыть. Но это не обязательно будет легко, если место так облюбовано нежитью, как это выглядело в прошлый раз. Если сильно припечет, то есть еще один путь наружу, через ворота монастыря, что позади собора. Чем скорее все это дело закончится, тем лучше. Когда мне заплатят за эту работу, я собираюсь отойти от дел со стилем. Разрешите вас поприветствовать, уважаемые подписчики и зрители канала. Меня зовут Джон Раравис, и мы продолжаем играть в игру War, темный проект. В предыдущей серии нам удалось выкрасть талисман воздуха и спокойно... Ну как спокойно? Практически спокойно выбраться из святая святых хамеритов, это из их храма. И теперь мы вполне себе можем забрать глаз, который так нам нужен, который позволит нам спокойно уйти на пенсию со стилем, как сказал Гаррет. Ну что ж, в принципе задание... Несложное, просто прийти, забрать то, что висит в воздухе, и спокойно удалиться. Так, думаю, нам пригодятся стрелы с веревкой у нас есть. Нам понадобится зелье целебное. Давайте возьмем еще одно зелье скорости, чтобы их было у нас два. На оставшиеся деньги мы можем купить, думаю, огненные стрелы. Они нам не помешают. Так, две огненные стрелы. Хорошо. Вот они, талисманчики. Видите, наша надежда. То, что мы собирали на протяжении нескольких серий. Страдали и мучились. Ну вот. Итак. Спустя несколько серий мы вернулись в это злополучное место. За дверями у нас космос. Земли. Ой. Что есть талисман? Человек. Я и не думал, что тебе повезет. Плохо ж ты думал. Сейчас мы тебя заберем, и все станет очень хорошо. Талисман воды. Так, талисман огня. И талисман воздуха. А, стоп! Вот жесть. Так, я полагаю, что через главные... двери идти будет несколько неразумно, поэтому мы пойдем через двери боковые. Тихо, спокойно, аккуратно. Нам не нужны неприятности. Я помню, что в этой миссии очень много нежити, огромное количество нежити, и в основном самые опасные из них это скелеты, которые довольно быстро перемещаются и очень ловко орудуют своими мечами. Я их в детстве очень боялся.
Брат Жерар, поведение глаза, неоднократно наблюдавшееся нами, вызывает воистину сильное беспокойство. Глаз сызнова был перенесен в хранилище в подвале. Этим вечером, пожалуйста, поставь двухчасовых охранять его. Токмо так сможем мы определить, от чего каждое утро находим мы его парящим высоко над алтарем. Да. Интересная реакция у них. На парящий над алтарем глаз. Неужели в голову этих святых людей не могло прийти ни разу мысли о том, что эта штука проклята, что ее трогать вообще нельзя? Окей. Так, я расхотел туда идти. Там еще одна бумажка, оказывается, лежит. Дверь сама только что закрылась. Окей, это место проклято. Невзирая на то, что это возможно, последние минуты нашего возлюбленного собора и бренной моей жизни, буду я преданно вести хронику до самого конца. Великая зловещая магия обрушилась на нас, и повсюду мы сражаемся с демоническими тварями. Павшие наши братья восстали из мертвых и обратились против нас. В очах их полыхает холодный свет. Наши могучие двери не помогают нам, ибо зло атакует изнутри. Скоро и я буду найден и повержен, подобно другим, да спасет строитель нашей души. В общем-то, понятно. Глаз, наверное, каким-то небывалым образом... призвал к жизни мертвых, которые хранились, наверное, вокруг собора на кладбище. Они начали штурмовать стены этого собора, а наши святые крестоносцы, молоты, попытались их сдержать, но не смогли. Тогда на помощь пришли хранители и заперли этот храм, вместо того, чтобы постараться как-то решить проблему по-другому. Хотя сколько мертвых может быть закопано за стенами собора? Сколько их бродит вне стен этого собора? О, отлично. То, что успокоит душу Гаррета. Окей. Кто там? Давай же, Гаррет. Ой, мама! Теперь мы знаем, что сюда заглядывает зомби. Мне зело не по нраву нынешнее положение вещей, при котором работа столь многих механических устройств в здании всецело зависит от исправности машинной комнаты в подвале собора. Враги наши могут попытаться нанести вред, используя нашу недальновидность против нас. Надобно нам реконструировать все так, чтобы каждое механическое устройство питалось от близкого к нему источника энергии. Окей. Что это может нам дать? Похоже, отсюда пришел зомби. Двери в этом соборе закрываются сами по себе. Это довольно жутко. Туда нам... явно не хочется идти. Сюда идет зомби, да?
Глаз что-то шепчет. Здесь все видно. Блин. Так, ребят, мне что-то не особо хочется сталкиваться лбами с этими ребятами. Давайте сейчас заглянем на тот лифт, который мы видели. Через ту дверь посмотрим. Хватит шептать, мне страшно. Этот лифт не работает. Нет энергии. Можно попробовать этих ребят обойти, используя тени. У нас есть всего 3 маховые стрелы. Не очень хорошая перспектива. Ладно, попробуем просочиться. Зомби пойти так просто не получится. Мы можем использовать стрелу с веревкой, чтобы залезть туда. Также мы можем попробовать обойти его и добраться до алтаря, но это будет слишком сложно. Я думаю, наверное, воспользуемся стрелой с веревкой, чтобы подняться наверх. Присоединяйся к нам, говорит. Присоединяйся к нам сейчас. Не хочется особо к вам присоединяться. Давай, отвернись, пожалуйста. Подальше. Хочу я к вам присоединяться, успокойся. Буду я к вам присоединяться, отвалите. Во время службы некоторые прихожане прошли через монастырские врата. Надлежавший путь для мирян на земле храма только через врата собора. Доступ в город через врата монастыря служит единственным для удобства членов ордена. Единственное для удобства членов ордена. Господи, как они так писали странно. Так, вот он глаз. Чтобы его забрать, это бездюжая сноровка, да? Oh.
Ой, мама. Ай! Окей. Так, хорошо. Они не смогут сюда подняться, так что все нормально. Вы же не сможете сюда подняться, правильно? Отлично, у нас есть глаз. Теперь надо покинуть территорию собора. Вот и все, что нам нужно было сделать. Как ты заходишь? Думаю, это было бы слишком легко. Проход снова запечат. Мне нужно найти другой путь. Ну и как все, мне отсюда класс. Выбираться? Что, если я использую глаз? Нет, ничего. А вы видели эту странную ауру вокруг нежити? Думаете, этот глаз помогает мне видеть нежить? Или что? Слишком просто. Выбраться таким образом. Ой, мама! О! Скотина. Ой. Просто прекрасно. Огрел меня. Очень-очень-очень больно. Что если попробовать подняться вот сюда? Так, получается. Есть, отлично. Фух, хорошо. Так, у нас одна стрела осталась только, да? Ту стрелу мы не удосужились забрать, к сожалению. Давайте сохранимся. Что это у нас такое? Ледяные стрелы. Колокольня. Так. А где мой... А где Джеки? Джеки? Джеки нету. Вообще, с другой стороны, зачем мне Джеки? Он же как бы бесполезен против зомби. По миссии. Покину территорию собора. Легко сказать, трудно сделать. Так, что такое? Ручка. Хохочущие призраки меня очень раздражают и пугают. Хорошо, хоть мертвое тело лежит. Не живое. Кто это такой вообще? Брат Мартелло. Отелло. Окей. Ладно. К себе мы еще вернемся. Ой, мама! Швыряет! Черепами швыряются. No.
хороший замок, там что-то есть. Что-то хорошее. Золото. Отлично. Отлично, давайте сохранимся. Что это у нас за дверь? Дверь закрыта. Можно ли ее взломать чем-нибудь? Что такое? Где еще одна ручка? Не работает. Значит, надо найти ключ. Маховая стрела. Ой, ёп! Да сдохнешь ты или нет? Четыре вспышки пришлось потратить на него. Ой. Так, это было очень расточительно и глупо. Куча призраков. Просто очень смешно. Ух ты, ёлки! О нет, нам конец! А, не надо! Нет, пожалуйста, нет! Эта миссия оказалась куда сложнее, чем то, с чем мы сталкивались до этого. Там у нас куча призраков, которые пытаются от нас избавиться. Еще один идет. Обычными стрелами. На! Сгинь же уже! Почему что никак не сгинешь, ты зараза? Так. Отлично. Просто замечательно. Здравствуй. Так, я думаю, есть способ как-то этого избежать. Что больше нет. Больше никак. Да, страдаем. Здесь просто великое множество. И нет, главное, нигде резервуара со святой водой, который бы мне так пригодился. Он мог действительно мне очень сильно пригодиться. Вот так вот.
мы значительно сократили численность этих подонков. Не работает. А? А фонтан? Так и должно быть? Фонтан не реагирует. Получай! Да! Кушай! Святую воду! Да! Получай! Что ж ты не сгинешь-то никак? Вот тебе! Паскуда. Отлично. Ладно. Это уже что-то. Что эти твари не чувствуют присутствие глаза? Иначе было бы очень сложно. Тогда бы они фактически знали бы, где я нахожусь, что делаю и тому подобное. Я все-таки хочу еще спуститься на самый нижний уровень внизу. Здесь вот, здесь мы погибли. Так, подвал. Что у нас в подвале? Призрак. Не вижу призрака. Отлично просто. Хорошо, хоть темно здесь. Машинерия. Кстати, а свет разве не способен убить призрака? Давай попробуем. Что будет, если мы включим свет? Эта штука вообще работает. Туалет. Как мне это поможет? Блин. Я ненавижу подобные места. О, я поменял свое мнение. Золото, 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 золото. Денежки. Я должен сюда что-то принести? Или там что-то должно было быть? Здесь должен был лежать глаз, по сути. Точно, его нужно было положить сюда, но он постоянно оказывался наверху. В той записке говорилось именно об этом месте. Что у нас здесь? Темно, хоть глаз выколи.
О, мы сейчас только что избежали смерти. Я даже не успел испугаться, не понял, что это было. Это моя стрела. Так, кто там говорил, что призраки глухие? Послушник, приходивший вчера вечером через кладбище, сказал, что видел странную светящуюся фигуру, бродившую там, но когда захотел он рассмотреть ее поближе, видение исчезло. Все, кто слышал его историю, смеялись и утверждали, что причиной видения было чрезмерное потребление эля. Но я бы так быстро не стал отвергать эту историю. Я помню похороны возлюбленного нашего брата Муруса на прошлой неделе, ощущение, что что-то не так. Мне не следует рассказывать эту историю брату Мартелло, поскольку он был столь дружен с братом Мурусом и до сих пор скорбит по его утрате. Окей. Интересно. Один призрак. Человек с мечом. Ладно, все. Я иду сюда. Слишком поздно. Нет. Ой! Все, все, это конец, это конец, это конец, они нас найдут. Мама! Нет! Уйдите! Нет! Не трогай меня, оставь меня в покое. Неужели здесь, черт подери, нет ни одного свободного места, где можно спрятаться? Ой. Ну ладно, думаю, на этом мы эту серию прекратим. В следующей серии мы попытаемся выжить, попытаемся выбраться. Все как обычно, все плохо, все просто ужасно. Ситуация накаляется, а выбраться отсюда становится все сложнее. Я так понимаю, что тот призрак, который мы увидели на входе вот в эти помещения, это не боевой призрак, а призрак брата Муруса, которому нам нужно будет помочь. Я помню, что приходилось лазить здесь по здешним руинам в поисках некоторых элементов, которые позволили бы этому Мурусу помочь. Но это мы все узнаем в следующей серии. Надеюсь, вам нравится мое прохождение. Там никого нет. Надеюсь, вам нравится мое прохождение. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Всем всего хорошего. Всем пока.